Приветствую вас, я Алексей Виноград. И вы молодец, что вы смотрите это видео, и я уважаю ваше время, поэтому сразу перейдем к сути. Из этого короткого видео вы узнаете, когда, с точностью до месяца, и главное, как именно вы начнете получать дополнительный доход 100 тысяч рублей в месяц в реальности 2023 года. Для этого вы увидите суть новой методики 2023 года, которую я проверил на себе, и меня это настолько впечатлило, что я решил показать это вам, мои результаты показать вам. После этого коротко вы узнаете обновленный механизм 2023 года, который позволяет гарантировать вам такие результаты, и затем я покажу вам, как это сделать на практике быстрее всего. Поэтому все предельно просто. Первое – увидите результаты, второе – узнаете, как это работает внутри все, и третье – узнаете, как начать именно вам. И все это за 15 минут я постараюсь уложиться. Нормально так? Мысленно поставьте мне плюсик в чате. Видите, это видео не позволяет мне с вами коммуницировать. Но давайте мысленно поставьте плюсик и начнем прямо сейчас. Поехали. Итак, в 2022 году я показывал, как и что я делал на тот момент, показывал свои результаты, и, возможно, вы кое-что видели. Но пришел 2023 год, и в 2023 году появились новые нюансы, которые изменили правила игры. Потому что время меняется, время движется, и старое умирает. И сейчас работает именно обновленная методика 2023 года, которую важно узнать и понять прямо сейчас, чтобы получать 100 тысяч рублей плюс в месяц дополнительного дохода. Поэтому сейчас вы увидите три моих личных примера удаленного заработка, недавние, за конец января, февраля 2023 года, и плюс еще один бонусный вы тоже увидите, которые все ясно показывают. Как говорится, один раз лучше увидеть и все понять. И тогда вы сможете уловить отличие 2023 года от всего того, что было прежде. Для того, чтобы вы могли все взвесить и решить, насколько это вам интересно. И как в 2023 году на практике делать деньги от вашей текущей ситуации начать и то плюс 100 тысяч рублей в месяц. За время этого короткого видео, конечно, я не смогу вам показать все изнутри, прям в деталях, что смотреть, куда нажимать и как не потерять. Это более глубоко вы уже смотрите получить в обновленной стартовой 4-дневной программе 2023 года. И скажу вам сразу, всем это не подойдет. Это не для всех. И чтобы вы могли сами все взвесить, все оценить, оцените ваши будущие заработки и насколько вам это интересно, я подарю вам специального телеграм-бота, в которого вы запишете ваши стартовые данные по специальному шаблону, и бот выдаст вам точный календарный план вашего дополнительного дохода за буквально 4 секунды. То есть вы в бота вбиваете ваши данные, и он вам выдает полностью календарный план вашего дохода. И тогда у вас, что называется, на руках будет кристально ясная и полная картина, что именно делать и какие именно результаты в деньгах у вас будут каждый месяц. У вас будет еще и календарный план. По-моему, это круто. Как вы думаете? Напишите мысленно в чате мне два плюсика и полетим дальше. Важные организационные моменты. Нам важно, чтобы правильно усвоить весь материал, вам нужно внимательно слушать и смотреть. Возможно, даже придется переслушать несколько раз, это нормально. И тогда у вас картинка сложится раз и на всю жизнь полная, цельная, комплексная. Поэтому в этом видео я произнесу 4 цифры. Вы их запишите в телефон, на бумагу, куда угодно. Это будет специальный код из 4 цифр, ну как в сейфе, который позволит вам в качестве бонуса получить специального телеграм-бота, который составит вам календарный план дохода именно для вашей ситуации. Вы сами, потому что введете в него ваши все данные и получите точный расчет, когда именно вы получите нужный вам 100 тысяч рублей в месяц дополнительного дохода. На какой месяц точно. Это очень удобно, вы можете менять там параметры, смотреть и подобрать для себя оптимальный вариант. Чтобы не считать на калькуляторе, на коленке, как угодно, на Excel не мучиться, бот посчитает за вас за 4 секунды. Поэтому будьте внимательны, бот очень крутой, и вы можете ее получить как бонус за просмотр этого видео. И также важно, бот посчитает вам и ваши возможные потери. Это тоже очень важно, согласитесь. Знать риски, знать ради чего все, но об этом чуточку ниже. Итак, поставьте 3 плюсика мысленно в знак согласия с регламентом и получаем суть. Итак,
кто я и почему могу об этом говорить. Коротко, для новичка, в двух предложениях, в трех предложениях для тех, кто обо мне ничего не знает. Я тот самый парень из маленького казахстанского городка, который сперва хотел построить бизнес, но получил долгов лишь на 2,5 миллиона рублей и судебных приставов. И тогда от безвыходности я научился делать деньги в интернете. И примеры моих заработков с прошлой недели вы увидите прямо сейчас. С них и начнем. Внимание на экран. Итак, с 2014 года я занимаюсь инвестированием. И вот мои свежие результаты. Смотрите, 23 января 2023 года. Как интересно, 23-23. У меня есть несколько портфелей. Это самый маленький, где я показываю ученикам. Вот смотрите, 25 тысяч на тот момент на счете. Прибыль. В моменте. Это видео прям скриншотом я снял с платформы Finamtrade, с трейдера Finam, которым я пользуюсь. Смотрите, самое главное, прибыль плюс 3,60-3,70%. Это дневная прибыль за день. Здесь не смотрите на рубли, они могут быть абсолютно другие. 3,60%. Смотрите, 24 января, следующий день. Дальше. Смотрите, что у нас будет. Плюс 10%. 10,8% в день, 11% в день. Это самое главное. Запомните, первый день было плюс 3,6%, теперь плюс 11% в день. Нам сейчас важно именно это. И как видите, можно работать даже с малых депозитов. Вот сейчас 27 тысяч. Идем дальше, посмотрим, что у нас будет дальше. Этот день у нас, то есть первый день 3,6%. Следующий день, смотрите, у нас какое число... 7 января 2023 года. Прибыль в день плюс 21,6 и 7. 22 это за день. За один день. Это, ну, то есть с момента вечернего клиринга. То есть, короче, с окончания дня вот прошлого, и это вот днем уже следующего дня. Ну, менее суток, скажем так. Условно дневная прибыль 22%, 3,6%. Затем у нас было 11%, теперь 22%. Запомнили? И четвертый бонусный пример. 13 января 2023 года. Смотрите, прибыль за день плюс 15%. Вот самое главное сейчас. Это закончится, я все поясню. Первый кейс был плюс 3,6. Второй кейс, ох, уже забыл. Потом было 20%, сейчас 16%. Вот такие результаты. Итак, фиксируем цифры, которые вы только что видели на экране. Первый день было 3,6% в примере. Следующий день было 11% прибыли в день. Следующий день, вы видели, было 22% прибыли в день. И финальный бонусный был 15% прибыли в день. Запишите себе 3,6, 11, 22, 15. Это все, чтобы вы сейчас все увидели, чтобы полностью закрыли вопрос, а сколько можно зарабатывать в день. Вот вы сейчас это увидели. Увидели. Это не скриншоты, которые можно подрисовать. Это вот прямая запись с экрана, как оно есть. Итак, теперь давайте разберемся, много это или мало, и что это лично вам дает. И для этого нам нужен бот инвестора, которого вы сможете получить в конце нашей сегодняшней встречи. И для этого вам надо будет ввести специальный цифровой код. Первая цифра этого цифрового кода – цифра 3. Запишите 3. И вот наш бот инвестора. Смотрите, вы его загрузите, по ссылке скачаете, получите внизу, первым делом нажимаем кнопочку «Старт». Видите, написано «Старт». Нажимаем. Он загружается. «Сделать расчет». Окей. Нажимаем «Сделать расчет». Смотрите, введите начальную сумму, написано, то есть вашу сумму, с которой, вот смотрите, почему говорю, бот считает лично под вашу ситуацию, которую вы ведете. Введите вашу начальную сумму до 100 тысяч рублей, вы здесь можете ввести, просто иначе много нулей будет в расчетах. У кого надо будет ввести, например, вы хотите с миллиона, окей, введите сотку и конечные цифры просто умножайте на 10, это будет то же самое. Хотите с 500, то же самое, можете написать 50 тысяч, и конечные цифры умножать на 10. Кто с 300, например, ведете 30, конечные цифры умножаете на 10 и так далее. При этом здесь не важно, что рублей, что долларов, потому что у кого доллары, вы сможете работать на американских брокерах, и все будет то же самое. Брокер будет разный, все остальное будет то же самое. Итак, 30 тысяч, бамс. Следующее, введите желаемый процент прибыли в месяц, максимальный процент доходности в месяц, бот позволяет написать до 40. Вот смотрите, вы только что видели в день,
Я вам показал, это не все дни, конечно. Это просто, когда я вспомнил, блин, я нажал кнопку записи и записал вам. Все. Какие-то дни, может быть, 1%, какие-то 2%. Ну и вы видели, до 22% в день. Я вас уверяю, каждый месяц, абсолютно каждый месяц, есть 2, 3, 4 таких дня, когда можно просто, ну, получить очень хорошую прибыль только внутри одного дня, не считая всего остального, не считая того, что вы просто можете купить, когда есть тренд, и просто долго держать эту позицию. Итак, введите желаемый процент прибыли в месяц, максимальный процент доходности в месяц 40. Окей, смотрите, вы сейчас видели только что, что в день мы делали до 22% в день, вы можете делать. Вот, февраль вам 23-го года, до 22% в день. Окей, я здесь вот утверждаю абсолютно точно, что 15% в месяц, внимание, не в день, в месяц, абсолютно точно может делать каждый здравомыслящий человек, когда он опирается на нашу готовую аналитику. Поэтому я здесь напишу 15% в месяц, и я начинаю с 30 тысяч, учтите. То есть смотрите, абсолютно понятные цифры. Нажимаю теперь, сколько это будет, босс считает мне, делаю расчет, на 5 лет. Окей. Смотрим на экран. Сейчас увидим. Бум. 5-й год. 131 миллион 518 тысяч 137 рублей. Так получается, когда все деньги остаются в обороте. Мы начали с 30 тысяч. Видите, в первый месяц мы отработали 34 500. Всего заработали 4 500. Потом второй месяц 39, потом 45 и так далее. Но за 5 лет это 131 миллион. Побудьте с этим. Вот ради этого, собственно говоря, и стоит научиться. Можно фиксировать, ну, раньше, на любом этапе, можно сказать, все, мне этого достаточно, я забираю ежемесячную прибыль. Давайте посмотрим, первая сотка, когда у нас получается. При таком раскладе просто, ну вот, даже больше здесь получается. Ну вот, смотрите, в конце второго года, 11-12 месяц, 746 тысяч, 1 месяц, 11 месяц, а 12-й 858, вот больше 100 тысяч разница здесь. То есть вот, за 2 года вы выходите на фактически пассивный доход 100 тысяч рублей в месяц. Начали вы при этом с 30 тысяч. С 30. Какие у вас были риски здесь? 30 тысяч рублей. И какая морковка, ради чего все это 130 миллионов? И смотрите, это такая, ну как я называю, домашняя любительская версия бота. Внутри стартовой программы я даю профессиональную версию бота. Там есть еще одна важная переменная. Здесь мы сейчас это не рассматриваем, потому что мы просто наша, ну, задача взглянуть сверху. Вместе с тем, я сейчас вбил те же самые данные, 30 тысяч рублей в месяц на старте. Добавил еще одну переменную, которую мы рассматриваем уже в стартовой программе 4-дневной. И смотрите, на 5-й год получилось 423 миллиона. Там было 131, здесь 423. Всего, когда добавляется сюда еще одна переменная, которую вы тоже можете себе позволить, абсолютно точно, конечный результат вырастает в 4 раза. Когда у нас получается первая сотка при этом, давайте посмотрим. Так, 175, 151, так, 1, 515, 1, 750, 1, 129, ну, так, 1, 1 129, 1 300, 1 так, 907, ну, где-то вот здесь, да, на полгода раньше. На полгода раньше вы выходите на первую сотку, примерно через полтора года, при старте в таком же, с 30 тысяч рублей. Вот ради этого и стоит, собственно говоря, научиться. Самое главное, это все разбивает популярный миф о том, что для старта, для инвестиций нужно много денег. Нет. Первое, нужна четкая, понятная стратегия, которая у нас есть. И второе, нужно, дайте просто себе немножко времени. И за 5 лет вы можете получить 130 либо 400 миллионов. При старте только с 30 тысяч. А если старт будет с большей суммы, ребят, просто начните делать. Это математика. Математика, как говорится, самая точная из наук. Вы сейчас видели, что первое, это возможно? Да, это возможно, потому что вы сейчас только видели заработок в день 20%, 15%, 15% в день.
Я же вам говорю 15% в месяц. Вы можете поиграть здесь в боте и скачать этого бота в конце. Давайте, вторая цифра этого кода будет цифра 2. Запишите себе, в конце вы этот код введете и получите эту любительскую версию бота домашнюю. Подведем итог того, что вы увидели. Первое. В день зарабатывать до 22% – это реальность. Вы только что это видели. 3, 5, 10, 15, 22% – это реально. Это вы видели, этот вопрос полностью закрыт. И второе – это означает, что наша стратегия работает. Поэтому сейчас есть две категории граждан. Первое – те, кто уловил суть и такой: «О, прикольно, я готов зайти в стартовую программу, чтобы разобраться получше за 4 дня, отлично». И вторая категория – это те, которые думают: «Слушай, ну вроде бы интересно, но надо больше информации». И отлично, сейчас я расскажу, как вам получить, что делать каждой из этих категорий и, конечно, как получить бота. Итак, первая категория, еще раз, кто уловил суть и понял, что он готов прямо сейчас зайти в стартовую 4-дневную программу, чтобы получше разобраться за 4 дня и тогда уже принимать взвешенное решение, надо ему дальше идти, не надо ему дальше идти, то есть насколько ему дальше будет интересно. И для этого под этим видео сейчас появилась кнопка, просто нажимайте New, оплачивайте и заходите сразу после оплаты, для вас лично стартует обновленная 4-дневная программа. Смотрите, первый день. У вас здесь будет, вы получите, во-первых, профессиональную версию бота, о чем я говорил, что любительский бот нам посчитал 120 миллионов, по-моему, 132, а профессиональный уже позволяет заработать 400 миллионов за то же самое время, за 5 лет, при старте с 30 тысяч. То есть там есть что-то другое. И поэтому в первый день мы более глубоко погружаемся в постановку целей. То есть, смотрите, первое, ну, очевидно, да, чтобы куда-то приехать, куда-то прийти, нужны координаты пункта назначения. Поэтому постановка целей – это первое, с чего мы начинаем. Чтобы вы знали точно, куда вы идете, и у вас есть вот этот ваш план на каждый месяц, у вас есть такие точки контрольные, что всегда вы можете посмотреть, куда вы отклоняетесь, быстрее вы идете, медленнее вы идете или точно по плану. Поэтому первый день – это постановка целей. Также вы получаете еще раз профессиональную вот версию бота и, конечно, отправляете домашку. То есть нам нужно видеть ваши планы для того, чтобы подкорректировать. После отправки домашки, после отправки ваших планов, мы вам даем ссылку на второй день. То есть смотрите, те, кто ничего не делает, дальше не идут, остаются ровно там. Потому что мне важно, чтобы вы правильно усваивали всю информацию. Кто все сделал, кто молодец, сам себе поставил свои планы. Идем дальше. Второй день – это тоже исключительно практика. Во второй день мы разбираем точно, как работает наша стратегия. То есть внутренний механизм, всю внутрянку, то есть почему это работает, как это работает, что это. То есть в основе нашей стратегии лежат математические алгоритмы. Мы пришли к этому только после того, когда изучили лучший мировой опыт и узнали, что крупнее, вот смотрите, самые доходные мировые фонды, они давно используют именно математические алгоритмы. Никакие графики, там, каналы, вот это все, нет, только математик. И о этих фондах, я вас уверяю, большинство из вас, скорее всего, 99%, что вы об этом даже не слышали, об этих названиях. Я вам покажу там именно те фонды, которые мы взяли за основу. Почему мы это взяли? Это все во второй день. То есть мы полностью закрываем вопрос, как это работает. Дальше, третий день. На примере нашей основной программы «До результата», где мы сопровождаем уже людей до 250 тысяч с гарантией, что полностью гарантия, все риски мы берем на себя. Мы сопровождаем, и на примере вот этой программы я показываю ваш идеальный путь. Вот что надо делать? Раз, два, три, четыре, пять. Мы вот весь этап проходим здесь, в третий день. И четвертый день мы обобщаем всю информацию, и у вас уже полная картинка сложилась. То есть у вас есть ваш план. Вы точно понимаете, как работает эта методика. И я вам даю доступ к нашей аналитике. То есть мы работаем на основе готовой аналитики. Смотрите, то есть вам самим, внимание, не надо ничего считать здесь. Для вас абсолютно нет никаких расчетов. Вы опираетесь на то, что наш алгоритм... Смотрите, у нас есть американский дорогущий софт, программное обеспечение. У нас есть команда людей, которые специально проходили обучение у американцев. Это все, причем дальше было адаптировано нашими людьми. И сейчас нам эти алгоритмы точно считают уровни по тем инструментам, которые мы торгуем. Это фьючерс на индекс РТС, это фьючерс на доллар-рубль, это фьючерс на индекс S&P американский и это фьючерс на натуральный газ. Вот именно эти четыре инструмента мы торгуем.
Почему так и все остальное, это уже внутри программы я показываю. Но самое главное, что за время этой практики у вас уже в голове абсолютно полная картинка. У вас есть план, вы понимаете на основе чего, понимаете, что делать. Также я вам дам доступ к аналитике бесплатно на неделю. Вместо 2900 я вам подарю бесплатный доступ, для того, чтобы вы могли на практике сами откатать, почувствовать. Там есть порядка года уже история в этом канале. Вы можете посмотреть, насколько мы точно считаем, то есть полностью. И у вас таким образом по итогу этой практики уже есть возможность принимать полное, окончательное, взвешенное решение, насколько вы хотите двигаться дальше. То есть вы уже фактически как бы прошли весь путь, и теперь просто берете и делаете. Что делать, как делать, куда смотреть, вы уже знаете. И на тот момент вы уже принимаете решение. Либо вы идете вместе с нами в основную программу, где мы сопровождаем вас до результата с гарантией. Либо вы можете двигаться самостоятельно, вполне это тоже допустимо. Поэтому еще раз, под этим видео есть кнопка на оплату, на запись в стартовую программу. Для тех, кто уже понял суть, говорит, все, мне интересно, я готов погружаться дальше в этот процесс. Потому что вы уже видели, что даже с 30 тысяч за 5 лет вы можете получать до 400 миллионов. И вы понимаете, что главный капитал ваш – это не деньги, а это ваше время. И чем раньше вы начнете, тем быстрее можете получить ваши деньги. Вместе с этим, сколько лично, конечно, вы получите, я не знаю. Зависит уже от вашей дисциплины, от вашей стартовой ситуации. Здесь много нюансов, но это уже мы разбираем именно в стартовой программе и затем в основной программе. Потому что план в итоге у каждого будет лично свой. Потому что своя ситуация стартовая разная. Кто-то хочет торговать, как инвестор именно, да, то есть сделать одну, две, три сделки в год и все. Ему главное просто, как минимум сохранить и обогнать банковские вклады, и он молодец. Другие люди говорят, окей, я амбициозен, я хочу выжимать максимум из этой стратегии. Это другой человек, здесь у каждого свой. Поэтому нажимайте ниже, заходите в стартовую программу, и сразу после оплаты вы начинаете работать. Я думаю, с этим закрыто все. Дальше, вторая ситуация, когда вы думаете, что, слушай, что-то интересно, но нужно больше информации, и хочется получить боты бесплатного домашнего любительского для того, чтобы потыкать, посмотреть и затем принимать взвешенное решение. Окей, что делать лично вам? Под этим видео тоже есть вторая кнопка, которая называется «Получить бот». Нажимаете на нее и переходите вот на эту страницу, смотрите. Затем, внимание, идем по шагам, значит, смотрите, инструкция. Вам нужно будет сейчас вместе это все пройдем, нажать на кнопку ниже и запустить бота, затем нажать на кнопку старт внизу бота и дальше написать секретный код в бота 3233. 32 это то, что у нас было, добавили мы две цифры, вот ваш секретный код 3233. После этого мгновенно бот вышлет вам ссылку, опять же, на вот этого бота, который считает. Бот вышит ссылку на бота. В общем, вы поняли. И дальше вы уже вводите ваши данные в нескольких вариантах, играете с цифрами до тех пор, пока для себя подбираете оптимальный вариант для вас. И вы составляете идеальный план для вас. Вы даже можете фантазировать, что вы будете покупать на эти деньги, для чего вам деньги. И когда будете готовы, также можете нажимать на кнопку вот «Записаться в стартовую программу», оплачивать и, собственно говоря, сразу после оплаты начинаете погружаться дальше к вашим деньгам. И также тот бот, которого вы запускаете, он вам еще вышлет ссылки, кстати, на дополнительные материалы, где вы сможете почитать это в виде лонгридов. В виде таких длинных статей на сайтах, где просто то, что вы сегодня увидели в видео, где более подробно это все расписано уже текстом, с цифрами, со скриншотами, мои личные результаты, моя история, все, что как это работает, это более подробно там есть. Поэтому вы через бота получите два в одном. Первое, сможете получить именно бота, который считает, и получить информацию, которая вам нужна, которая вам пригодится для принятия взвешенного решения. Поэтому сейчас идем вместе. Смотрите, нажимаю «Получить бота». У меня открыт Chrome, меня спрашивает, открыть, короче, приложение Telegram Desktop. Я сейчас с компьютера, я пишу «Да», вот на эту ссылку, да, белую нажимаю кнопку. Открываю, и вот у меня такое открылось. Соответственно, моя задача нажать кнопку «Старт» внизу. Я нажимаю, видите, кнопочка «Старт», нажимаю. И, внимание, запускается. Сейчас он мне пришлет ссылку на дополнительный материал. А я пока могу ввести код секретной циферки. Вот смотрите, внизу, вот здесь, поле ввода, видите, да, как в Телеграме обычно. Пишу 3233 и нажимаю Enter. Сейчас смотрите. Вот пришла у меня ссылка, смотрите, нажмите на кнопку ниже, чтобы получить ссылку на бота и подробную инструкцию.
И пришло сейчас как раз сообщение уже с уточнением всей информации. Здесь вы нажмете и почитаете сами, а я нажимаю, во-первых, получить бота и инструкцию. Нажимаю Open. После этого у вас опять открывается такое приложение, у меня открывается, у вас будет из телефона, по-другому, с другого браузера, по-другому, у меня с хрома, с компьютера, вот сейчас, открыть приложение Telegram Desktop, я нажимаю «Да», и у меня запускается, собственно говоря, этот самый бот. Так это выглядит. Соответственно, мне нужно сделать расчет, да, здесь могу играть. Как это сделать на практике? Здесь ссылка как раз на стартовую программу и ссылка на кнопку на нашу поддержку в Telegram. Поэтому просто берете и работаете, вводите, соответственно, ваши стартовые суммы, проценты, играете. А что будет, если я 5% в месяц поставлю, а 10, а 15, а 16, а 17? А что будет, если 20? Ну, введите, посмотрите. Поэтому таким образом это работает. Поэтому для тех людей, кому нужно больше информации, добро пожаловать. Нажимаете «Получить бота», и мы только что прошли с вами весь путь. То есть сначала вы запускаете бота-помощника, и бот-помощник затем по специальному секретному коду 3233 присылает вам уже ссылку на бота, который автоматизирует ваши расчеты. Поэтому добро пожаловать, принимайте решение. Еще раз говорю, время – деньги. Кто уже уловил суть, готов заходить в стартовую программу, сейчас для вас максимально гибкие условия. Базовая цена стартовой программы – 2900 рублей. Сейчас для вас будет большая скидка. Будет ли она завтра, честно говоря, я не знаю. Даже сейчас не знаю цену, какую скидочную мы поставим. То есть базовая 2900. Но сейчас для вас можете нажать ссылку на под этим видео, кнопку на зайти в программу, в общем-то говоря, купить программу, записаться, вот это все. И посмотреть, какая цена стоит сейчас. В любом случае, сейчас для вас максимальная скидка, завтра может быть сильно дороже. Поэтому, собственно говоря, вот и все. У меня нет задачи сейчас кого-то уговаривать, еще что-то. Я хочу, чтобы те люди, которые поняли, могут быстро принимать решение, которые: «О, прикольно, а чем я рискую?» А, кстати, а чем вы рискуете? Смотрите, вот когда я говорил, что бот позволяет вам посчитать еще и ваши убытки, то есть, что вы можете потерять. Вот на самом деле, в этом примере, человек стартует с 30 тысяч рублей. Поэтому риски 30 тысяч рублей. В данном примере мог быть 10 тысяч, мог быть 50. Для каждого, что называется, есть своя сумма, которую не жалко так, не критично. Может, жалко, но не критично. Но я совершенно точно знаю, что если этот человек не начнет сейчас с 30 тысяч, вот этот конкретный пример, то он совершенно точно не заработает за 5 лет 130 миллионов, 131 миллион. Вот это совершенно точно. Вот это та потеря, которая: «А мне надо подумать». И опять тупит, да, человек. И так всю жизнь. Да, понимаете? Может, кто-то себя узнавает. Я тоже долго, тормозил и тупил. Честно вам скажу. Затем я взял и пошел. И сегодня я получаю несколько раз в неделю по примерно 30 тысяч рублей на среднем счете. На большом счете бывает до 200 тысяч в день. В день. Я понимаю, что это будет только расти с ростом моего капитала. Поэтому риск здесь, например, в данном примере 30 тысяч, да? Ну реально 30 тысяч, он больше ничего не вкладывал, что он может потерять? Ничего. Это самый хреновый вариант. Он сделал вообще все не так, как мы его учили. Он бухал там по пьяни куда-то воткнул. 30 тысяч, окей. Но совершенно точно он потеряет вот эти 130 миллионов за 5 лет. Это абсолютно точно. Поэтому принимайте решение прямо сейчас. Кто готов сейчас зайти, заходите сейчас, стартуем. Цена в любом случае для вас совершенно посильная, вы можете себе это позволить, зайти в стартовую программу и более глубоко разобраться. Там буду поддержки, смотрю я, там будет у вас специальный куратор. Двигайтесь, то есть мы полностью на вашей стороне, просто включайтесь и двигайтесь сейчас. Кому надо больше информации, добро пожаловать, нажимайте «Получить бота», получайте больше информации и зайдете тогда. Поэтому я Алексей Виноград, я закончил, и у вас полно информации для того, чтобы принимать решения. Действуйте! Всего вам наилучшего!